Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот арахисовую пасту пина или лапина, может быть, срок годности 12 месяцев, здесь 170 грамм, и купил я ее в фикс прайсе, цену не помню уже. И давайте прочитаем, какой же у нас здесь состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Лежала, кстати, она в холодильнике. Кто ее может? Потому что я ее не с первого раза нашла. Пришлось поискать. Опа. И смотрите, такая золотая крышечка. Выглядит она не очень аппетитно. Такая, знаете, как будто наложена маленькими икринками, видите? Немножечко такое отражение есть. А цвет такой более песочный, что ли. Так, сейчас по запаху. Пахнет арахисом. Арахисом прям ощущение, как будто вот перемолотый арахис с маслом, с каким-нибудь, что ли, я даже не знаю. Он такой довольно жидковатый, смотрите. Такой. Давайте его попробуем. Что, какой же он на вкус? Ну, вроде говорят, вкусно. Пробуем. На вкус очень нежный, сладенький. Ощущение, как будто под зубами хрустит сахар, не дорастворившийся до конца. Но он исчезает быстро. Ну, да, на сахар похоже. По вкусу прям арахис. Вот реально арахис, как будто его перемололи, залили сахаром, там маслом засыпали и перемешали, и просто сюда вот добавили. После него даже, когда проглатываешь, как будто жирность какая-то остается на губах, на небе. Такое вот что-то. Но вкусно, в принципе. Не сильно, кстати, сладкое. Вкус больше, наверное, арахиса, но вкусно. Но он у меня еще стоял в тепле. Если, допустим, я думаю поставить его в холодильник, то, может быть, он будет более жестковатый. Давайте попробуем еще разочек. Но это вкусно. Мне понравилось. Почти, знаете, как халва, только не сильно сладкая и нежная. Ну, вкусно. Давайте попробуем еще раз. Нежно-сладкий такой. Прям такой, знаете, нежно-сладкий, прям вот арахис жареный. И даже, знаете, ложку до конца доела, мне немножечко показалось, как будто пережаренный какой-то попался, немножко с горчинкой даже. Может быть, просто попалось, а может быть, скорее всего, когда слишком много берешь большую ложку, то появляется следующий какой-то другой вкус. То есть, может быть, так вот. Но это действительно очень вкусно, как халва, только жидкая. Допустим, для тех людей, у которых нету зубов, то есть такая вот арахисовая паста прям будет идеально. Как раз вот там хочется орешков иногда, да, и они не могут жевать, то вот это вот прям шикарно. Так, вы там состав читали? Да, жареный арахис. Протертый, ну вот да, протерт. Масло растительное, сахар, соль. Даже соль. Ну, в принципе, состав, кстати, нормальный. Масло, да, как раз там что-нибудь, что-то такое почувствовалось. Ну и сахар, да, наверное, скорее всего, я думаю, это сахар тут. Может быть, это... ну, может быть, конечно, он перемолотый, арахис, и поэтому такими вот комочечками. Такой пастообразный. Ну, вкусно, мне понравилось, правда, понравилось, очень вкусно.
Ну, в принципе, цвет, наверное, арахиса. Напишите в комментариях, как вам, понравилась арахисовая паста или не понравилась, чем понравилась, чем не понравилась. Обязательно напишите свой отзыв, потому что другие люди будут смотреть, искать отзывы, и они с удовольствием, я думаю, почитают ваши отзывы еще вдобавок заодно уж. Вот. А также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 года. Вот. Также смотрите обзоры на продукты с Фикспрайса, Светофора, Победы, обзоры на технику, на видеокамеру, Bluetooth наушники, на батарейки и все такое. Там есть все по отдельности, отдельные плейлисты. Их очень-очень много. Также у нас живопись, есть фон интересный, который можно включить на телевизор. И у вас будет телевизор, там какой-нибудь красивый фон, вы будете заниматься какими-то там своими делами. Вот. И очень-очень много всего интересного еще появится на моем канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.